Пинск отметил 75-летие Великой Победы. Его празднование в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Беларуси было решено отмечать в новом формате. Праздничного парада не было, а из официальных мероприятий значилось возложение цветов к памятнику партизанам Полесья 8 мая и к мемориальному комплексу освободителям в городском парке 9 мая. После минуты молчания присутствующие возложили цветы к вечному огню. Среди собравшихся – представители городской и районной власти, трудовых коллективов, общественных объединений, а также погранотряда, правоохранительных органов и ветераны военно-морского флота. В завершении мероприятия в память о героях войны прозвучал троекратный залп, а ветераны ВМФ спустили венок на реку Пина в память о моряках, освобождавших наш город. По информации городского совета ветеранов, в Пинске осталось всего 56 участников Великой Отечественной войны. В этом году ветеранов поздравляли на дому. Накануне и в сам день 9 мая работники сектора культуры посетили 37 адресов, где исполняли песни под окнами домов, дабы не подвергать риску здоровья пожилых ветеранов.